Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами прогуляемся по профессорскому уголку. Честно сказать, меня это место просто покорило, потому что такого удивительного сочетания хвойных деревьев, моря, красивой набережной, красивых кафе я ранее не встречала. Значит, что такое профессорский уголок? Это западная часть города Алушты. И я так поняла, что получил он название такое из-за того, что там раньше отдыхала наша интеллигенция, профессора. Поэтому вот так вот в народе его прозвали профессорский уголок. Что он из себя представляет? Представляет собой длинную набережную, очень много хвойных, шикарных деревьев, чистейшее море, очень много там пляжей. В общем, сейчас вы все это посмотрите. Потому что у меня, знаете, как всегда, видео ни начала, ни конца, потому что видео продолжается друг за другом. У нас второй день уже продолжается шторм. На улице очень жарко, светит солнце, ни единого облачка на небе нет. Но при этом море неспокойное. Может купаться только тот, кто очень хорошо умеет плавать. Значит, в сегодняшнем видео и вот видео в Инстаграме у меня использована музыка очень хорошего автора Дмитрия. У меня всегда проблема, большая проблема найти музыку. Мне, знаете, как многие пишут, там, вставьте это, но, к сожалению, YouTube очень четко отслеживает вот соблюдение авторских прав, и вот, не дай бог, там какая-то музыка, даже вот в кафе ты сидишь, вот почему металлический звук иногда присутствует в видео, потому что я пытаюсь убрать вот это вот задний фон этой музыки, потому что иначе там какая-то музыка попадает известная, все, ваше видео заблокировано, извините, вы нарушили авторские права. То есть даже по независящим от меня обстоятельствам. Поэтому Дмитрий просто сделал мне уникальный подарок, он мне разрешил пользоваться вот его музыкой, за что ему огромное спасибо. И координаты Дмитрия на его Инстаграм будут у меня под видео и в видео. В общем, если кому-то интересно, то заходите. Смотрите, слушайте. Ну, а у нас прогулка по профессорскому уголку продолжается, так что поехали. Отель, вот видите, Агора тоже в центре, вот море недалеко. Вдруг кому-то понадобится. Отель Агора, 3 звезды. Ну, так вроде внешне смотрится очень прилично. А вот здесь вот еще тоже прямо на берегу отель называется Ривьера Санрайз. А, вот да, кстати, она сказала, мимо какой-то реки пойдете. Вот мы идем мимо реки. Слушайте, и вот эта вот вся грязь в море впадает, что ли? А вот там прямо море. Не знаю, впадает, не впадает, но скорее всего, потому что море... Море вон оно, видите, прямо. Река вроде туда бежит. Деревья здесь, смотрите, какие высоченные. Дом высокий стоит, что здесь не свойственно такие высокие дома. И дерево доходит... Чуть ли не до 10, не до 12 этажа дерево доходит. Очень-очень высоко. А, вот здесь можно посчитать. Хотя он на горке, здесь этот отель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смотрите, до 7 этажа дерево. А там он еще выше. Профессорски правильно сказал, до 8 этажа он сказал. Правильно, до 8 этажа. Идемте дальше. Слушайте, представляете? И даже вроде как выглядывает солнце. Представляете? Лил дождь, уезжать. И там вообще все, да, хотели уехать уже, надо опять такси взять, но видите, как судьба распорядилась. Мне кажется, больше в том не в городе, надо ходить на море, здесь хотя бы очень много магазинов. А тебе магазины кафе нравятся? Кафешки, бане нравятся, у нас одно кафе и выбрать нечего. А бане нравится, что здесь есть что выбрать. Ассортимент большой здесь. И кафешек действительно одна на одной. Конкуренция у них. Поэтому есть здесь куда сходить, что посмотреть. Я когда вот первое место бронировала жилья, хотела. Вот здесь есть гранатовое поместье недалеко. А там дальше музей усадьбы. Хотела вот здесь первое место. Потом посмотрела, что гранатовое поместье где-то на горе. Думаю, спускаться вниз. Ну, его. И не забронировала. Но там, кстати, вот присмотритесь, очень красивые номера в гранатовом поместье. На букинге такие варианты есть.
информация специально для Юры. Он мне теперь каждый раз, мы по WhatsApp вечером с Оксаной говорим, он всегда: а там хачапури есть? А там лепешки есть какие-нибудь? Вот здесь, смотрите, прям делают хачапури, лепешки, чебуреки, все на свете. Все делают, и плов делают, так что еда на любой вкус. Я жду. Мне просто вот очень нравится вот это вот, как бы вот не вот это вот гранатовое поместье, потому что красиво было со стороны, смотри. А вот здесь прям вот уже и пляж. И у них, кстати, два отеля. Один гранатовое поместье, вот второй, что-то не помню, как называется. Он прям непосредственно на море находится. Здесь вот видите уже внизу пляжик. Я жду, жду. Я жду, Ванечка, жду. Супер тур. Посмотри все за один день. Массандровый, Воронцовский, Алупка. Ну, это, конечно, быстро очень получается. Все за 1000 рублей можно вот посмотреть. Видите, какие есть экскурсии. Вот, а здесь красота какая. Что-то такое все резное, сказочное. Домики такие необычные, интересные. Все в цветах. Посмотрите, как красиво. Бочки здесь всегда как столики какие-то вот используют. Телеги, украшено так все. Слушайте, ребят, ну вы посмотрите направо, смотрите, какая красота, все утопает в зелени. Все в цветах каких-то, в резных. Сейчас прочитаем, что это такое, мне прям любопытно. Там столики какие-то, все-все-все в зелени. Кто говорил, что в Крыму не хватает вам зелени? Вот она, зелень, смотрите. Городок прям утопает весь зелени. Городок Водолей называется. Подойти вам поближе показать. Ну, я думаю, что вы, в принципе, найдете, если нужно. Гостиница Водолей, городок Водолей. Вот с таким вот будет потрясающим видом. Чем-то Воронцовский дворец напоминает. И вот оно здесь, море. Так что, если кому-то нужно, обратите внимание. Будет все у вас в зелени и в ресторанах. Чаи по дороге. От 100 рублей до 150 рублей. Ассортимент тоже очень большой. И, ну, вот кто пишет, там дорого-недорого, понимаете, есть бюджетные места, и можно бюджетно поесть. Есть дорогие места. Все зависит от вас. Как вы будете, какие вы будете выбирать. То есть можно же там лепешка какой-то перекусить. Чебуреками. Вон, на пляже. Чебуреки 70 рублей, слойки 50, сосиски 60, пирожки 35. И вот здесь вот тоже один из пляжей, вон видите, тоже купаются. Ой, она закрыта пока, кафешка эта. Те все бы пончики. Вот вышли еще на какой-то пляжик, и прям здесь тоже как такой, как массандровский, красиво все выложено. Плиточкой. Ну, то есть, видите, в Алуште есть места, где можно погулять, походить. То есть, вот мы вот так вот идем уже, ну, сколько, я не знаю, минут 15 идем. Ну, есть, по крайней мере, куда пройтись. Вот этот мостик вот зачем параллельно идет, непонятно. Вот параллельно, видите, весь выкрашенный с досточками. Может быть, он как от света или чтобы ближе быть расположенным к морю. Не знаю, для чего он здесь сделан. Но плиточка мне здесь прям вот определенно нравится. А, и вон наверху, кстати, гора вот с этим шариком, который сверху шарик-то, который нам видно из нашего окошка. Нам вот эту, Вань, видишь гора? Нам вот эту гору с тобой видно из нашего окошка с шариком. Видишь? Наверху вон. Ваня присмотрелся. Не увидел. Как ты думаешь, для чего вот этот второй мостик? А, ну может быть здесь будут вот эти вот делать такие какие-то элитные шезлонги, домики? А? Как туда спуститься? Туда не надо спускаться. Там есть лестница, есть переходы. Все есть. У меня здесь уже в Крыму есть свое собственное кафе «Солярий». Видите? Мама Лена. Так что, если кому-то нужно, заходите. Кафе «Солярий», «Сон». У моря. Да, вообще-то не только и у тебя. Ну, вот рядом со мной, да, еще одна мама. Это наша совместная. В общем, всем Ленам посвящается. Мама Лена. И пляжики здесь тоже такие прозрачные. Кстати, медуз не видно здесь совсем. Вот Массандровский пляж мне не понравилось. Вообще не было. Это медуз было, море.
Здесь вот смотрю, медуз практически нет. Мама! Я не понимаю, как может быть в море море медуз? Море медуз? Может быть, море медуз много. Здесь вот на набережной, видите, есть вот такие, как я вам показывала в рекламке, за 2500 там было. Здесь я не знаю, сколько стоит. Вот такие номера с индивидуальным балкончиком и с кондиционером внутри. И, соответственно, с видом на море. Смотрите, небольшой балкон. Тоже они просыпаются и на море смотрят. И здесь же пляжик. Водичка чистая здесь. Набережная. Но вот это, кстати, жилье предпочтительнее. Но здесь, видите, спускаться надо как-то каким-то образом, потому что это все находится на горе, не на небольшой. Что, Ванюш? И тоже точно так же здесь вот эти вот маленькие кафе, прям вот островки, которые прям вот уходят в море. И вы здесь сидите и наслаждаетесь. Ваня прилипала, клеит куда-то. Вот, все вот здесь вот такая мебель тоже у всех плетеная. Сезон написано. Сезон. То есть зона для... Это морская. Морская зона. И здесь очень уютные кресла. Сейчас я вам покажу. Давайте по ценам, как всегда, посмотрим. Ну, цены меня, в принципе, уже не удивляют. Паста обычно там макароны в районе 400 рублей, 500. Всякие там лимонады 250 рублей, причем 0,3. Кофе от 100 рублей до 250. Здесь, кстати, твое какао с маршмеллоу, Ром. Твое какао есть. А, и вот я хотела еще показать, какие есть симпатичные здесь эти креслицы. Видите, какие джинсовые. Удобные такие. Завалился и сидишь. А если там нет? А если есть? Вот это. Лен, ты как с веником, слышишь? Я и говорю, что здесь прям вообще шикарное место. Если бы здесь найти теплоход, мы бы нам 5 минут, и мы были бы на месте. Прям рядышком с нами. А чтобы к нам доехать, представляешь, нужно сколько объезжать? А, ну вот, видите, здесь какие лестницы сверху ведут. То есть по лестнице спускаетесь, ну так, ножки будете качать. А, кстати, это, знаете, чем-то похоже... Я какой же ей сказала? Что-то зеленый мыс мне все попадался. Но это, по-моему, не здесь. Здесь у меня что-то уже все отели в голове смешались. Ну, здесь прям такой вот Ваня. Ваня, отойди от этой лужи. Отойди от этой лужи, Ваня. Все отели смешались. Но сейчас посмотрим, там, может быть, название какое-то есть, я вам прочитаю. Это вот место, я смотрю, вон там реклама, надеюсь, что она относится к нему. Написано вот такой вот сайт: Алушта, рай, Крым, со звездой. Вот неохота просто на ту сторону переходить. Что-то там почта, что ли, написано, не знаю. Вот видите, здесь какие виллы. Виллы с видом на море. Смотрите, здесь вот дошли, это пляж санатория Киев, написано. Пляж санатория Киев. Морешка здесь чистенькая. Чистенькая и спокойная после дождя. Вот это вот, наверное, может быть, санаторий Киев самый есть. Вот такой вот симпатичный. А какие здесь красивые фонари. Вы посмотрите, прям такая улица. Знаете, такое ощущение, что это не в Крыму, а где-то вот за границей. Ну, пляж было написано санаторий Киев. А может, это и аквапарк, вот кстати. Написано, а вон там написано аквапарк, похоже, впереди. Ну, они вот написано тоже, но тут, наверное, ну, за деревьями. Слушайте, а смотрите, люди на машинах подъезжают. Может, правда работает аквапарк? Давайте зайдем, узнаем. Ма! Куда-то все туда идут. А. Зачем нам аквапарк? А, это аквапарк-отель. Он, наверное, может быть, как отель работает. Ну вот обратите внимание, видите, аквапарк есть и отель. И находится он тоже прямо на самом берегу. И погулять есть куда, не зависишь от транспорта. Можно в любую сторону пойти. Вот это прям место я себе беру на заметку на будущее. С дельфинчиками. Мне прям здесь вот очень нравится, хорошо. Не хуже, чем у нас. Нравится вам здесь? Да, классно.
Зайдем в аквапарк, узнаем. Ну, наверное, скорее всего, не работает. С первого, да? С первого числа, видите, работает. Ну, я все, что вот куда звонила, все с первого числа работает. А как он называется? Он так и называется, аквапарк, что ли, я не пойму. Какое-то название у него есть? А, это что такое интересное стоит? Разноцветная, интересная, металлическая. В аквапарке? Ну, место, мне кажется, интересное. Но самые... Вот эти вот балкончики, это и есть место для горки? Может быть. А мне нравится место, в котором находится. Ну, вон там еще крупная вывеска, написано тоже аквапарк. Наверное, так и называется. Знаешь, какую я игру придумал? Какую? Вот эта вот лава, ее нельзя касаться. И мы типа сейчас сорвем. Ну, прыгайте. Вы тогда долго идти будете так, если вы касаться не будете. А если в лаву наступите, тогда что будет? А вот это, наверное, номера вот в отеле как раз-таки выходят. Сюда балкончики. Так, вот название, видите, аквапарк. То есть другого названия никакого нет. Находится в Алуште расположен. А, нет, вон там я вижу, это и есть миндальная роща. Вот я про миндальную рощу все читала. Это, по-моему, она, наверное, и есть. Да, миндальная роща. Вот, миндальная роща очень-очень выгодно расположена. Прям расположение вообще шикарное у нее. Так что вот, на заметку возьмите, прям очень советую. Это миндальная роща, отель. Я же вот говорю, что он у нас рядом находится. Потому что мы вот с той стороны горы находимся. Нам даже вот видно с нашей стороны вот это вот место. Они как в отеле местные могут сейчас жить, а принимают они не местных с 1 июля. Прикольно. Это что-то такое. Это знаете что, дети? Слон-бургер. Слушайте, дети услышали, что бургер, и остановились. Если бургер, то нужно остановиться. А где, может, тоже? Слонячий бургер. Бургер до сену. Можно. Ваня, бургер. Давай, вылезай теперь оттуда. Вылезай, все, да, сфоткала. Ноги свешивай. Осторожно, сейчас головой ударишься. Осторожно, говорю, с головой ударишься. Вот такой парк вот этих вот хвойных деревьев. Что вот идешь, прям вот, знаете, такое ощущение, что ты находишься в сауне, и там добавили вот масло пихты. Реально запах такой вот пихты, сосны, всего на свете. Прям вот здесь хочется дышать. У меня сейчас голова болела, и прям у меня даже голова прошила. Потому что воздух здесь реально уникальный. Вот. Вот здесь бы я место бы выбрала вот для себя. Допустим, вот Ялта, там Массандра, Приморский, мне не понравился. А вот здесь бы я бы с удовольствием остановилась. Тем более здесь пляжная линия очень длинная. И да, и пляжей здесь очень-очень много. Вот считайте, как это называется-то? Буна. Буна называется. Вот между этими бунами везде вот эти вот пляжи. Пляжики. И тоже масса этих разных ресторанчиков. Один красивее другого. Думаю, что и вкуснее. И такие необычные растения кругом. Я, допустим, вот таких вот в жизни никогда в своей не видела. Смотрите, как на ландыши чем-то похоже. Растения такие вот беленькие. Здесь вот такие вот какие-то кактусы незамысловатые. Причем они, смотрите, цветут, что ли, эти кактусы, как розы. Разновидность какого-то кактуса розы. Вот, ну и есть куда прям взгляду упасть и на деревья, и на море, и на все на свете. Что, Иван? Что ты мне все, мам? Можно, знаешь, как видео назвать? Мам. В общем, футболочки остановились возле футбола, хотели какую-то такую крымскую тематику, но крымская маленькие.
А вот это вот с глазками. Ваня у меня упрашивает меч ему. Прям вот просто необходим за 150 рублей меч. Зачем ему нужен? Непонятно. Ну все, развели, в общем, нас на мечи, ребята. Зачем вам мечи нужны, я не понимаю, конечно. Но меч просто необходим. Мы, смотрите, практически до конца. Отель Роял здесь какой-то. Дубна чуть повыше. И все еще до сих пор здесь, видите, все вот эти вот пляжики. Пляжики. Пляжей очень-очень много. Какой жираф. Здесь идешь, эти кафешки, одна другой симпатичнее, я имею в виду по внешнему виду, по своему дизайну, там какие-то в форме корабля сделаны, какие-то в дереве прямо оформлены, очень красиво сейчас. Ну, все, конечно, не буду снимать, потому что мы идем, болтаем где-то там урывками, сейчас сфоткаемся. У меня жираф этот в кадр не влезет, ну давай, главное с мечом, да? Там он какой-то отличительный знак сердца. Так, давайте посередине вставайте, мечи скрестите, мечи. Николай, жираф. Все это из дерева, смотрите, жираф. Вот дошли до конца мы набережной, попали уже вот в такое место. И вот здесь вот, если вот эту вот гору обойти вот там, то мы фактически попадем к нам. И мы сейчас хотим попробовать. Но у нас там море и камни. Что как-то можно здесь? Потому что нам нужно вот сейчас, чтобы к нам подняться, приехать. Подняться вот в эту гору высоко. Объехать ее и вниз спуститься. Либо вот так вот напрямую, прям 5 минут. Так, здесь где-то придется идти по низу. По низу придется идти. По пляжу. Потому что здесь что-то наверху. Прикрыть. Что мы там пройдем. Смотрите, какие трубы ржавые. Я не уверена, что мы там пройдем, но мы попробуем, чем подниматься опять вверх-вверх, долго ехать. Смотрите, вот это вот Grand Palace апартаменты называется. Улица Набережная, 16. Вот здесь. Но здесь что-то, я не пойму, то ли это продажа какая-то, то ли чего, то ли это съем. Вот здесь вот просто магазинчики рядом, а вон там, не знаю, что, гостиница, не гостиница. Ну, то есть, как бы здесь вот, ну, если в Алуште, да, на первой береговой линии, вообще отлично. Здесь вот, видимо, какой-то такой дорогой этот отель, море, спа-ресорт. Почему я так думаю? Потому что, смотрите, какие здесь деревья на территории этого отельчика. И вот такой вот у них пляжик, весь в соломе. Весь в соломе, ну, так оригинально сделано. Плюс, посмотрите, там какие-то детские площадки такие суперсовременные. Нужно мне и самой, я хочу посмотреть море, спа-ресорт. В общем, мест, конечно, здесь очень и очень много в Крыму. Просто нужно знать. Вот так вот, если не знаете, потому что там на букинге не все предложения, соответственно, на островке. Нет, так уйди оттуда. Здесь наругают, вон там дяди сидят, охранники, наругают за то, что здесь ходишь по перилам. Они, посмотри, покрашены здесь. Не для того, чтобы ты ходил. Там прям, смотрите, детский городок. Дайте я пойду сниму. Вообще шикарный детский. Нет, вы туда не поиграете, это отеля чьего-то, чужого. Смотрите, и я туда же, как Ваня. Но я хочу вам показать. Смотрите, какая прелесть. Здесь прям эти машинки деревянные. Здесь вот так вот все это утопает в зелени, вот в такой вот, с фонариками, со всеми делами, гамаки, лежаки. Ну, в общем, я думаю, что здесь ценник, наверное, но очень приличные шишки. Вообще здесь так здорово. Здесь в каком стиле, все такое вот под дерево сделано. Вот такой вот пляжик с навесами, с... Вань, ты хочешь, чтобы у тебя туда меч свалился, ты сейчас будешь орать, меч у тебя упал. В общем, вот это место идеально для отдыха. Здесь вот, смотрите, еще один корпус, видимо, вот этого вот отеля. И вот эта вот фигура напоминает Терминатора. Вспомните, кто смотрел Терминатора, вот этот, который из лавы постоянно восстанавливался. Вот один в один. Что-то такое металлическое сделано, стиль. Они такой. Убирают. Там все в дереве было, здесь все. И здесь вот как раз-таки на прокат есть велосипеды.
И длинная-длинная дорога, езди на велосипеде покататься. Вот это прям вообще очень большой плюс. А может покатаемся? Вань, это для вот этого отеля. А, велосипеды для этого отеля. Отель такой приличный, похож на турецкий какой-то отель, весь в стекле. Мама, смотри, как он... Пансионат написано. Пансионат. Вот такие машинки здесь курсируют. Мама, мне интересно, сколько стоит один год? Я не знаю, Вань, сколько стоит в этом отеле. Я даже про него и не знала. Вот сейчас мы увидели, потому что, ну, ты же не можешь все знать на свете. Ну, он большой. Это раз. И отели сейчас до 1 июля не принимают. Мы же как бы как в частном секторе там. А это отели. Отели до 1 числа не имеют права принимать иногородних, только местных. А это вот уже какой-то еще один отельчик. Калипсо написано. Кровати видели, да. Качели еще не видели. Вот это качели, смотрите, такие здесь. В виде шезлонгов. И что такой будет? Плюх будет. Ага. Плюх будет. А ты попробуй докинь, тут не добросишь. Ну там он сказал, мужчина фотографируется, что ли, стоит? Так, а у нас все теплится надежда, как-то к нам пробраться, я не знаю, но мне что-то как-то все... Мама, смотри, если бы вот оттуда упал этот лыжник, то не только был бы плюх, и не только все море было бы. Все бы вам плюх и плюх. Дошли до какой-то автобусной остановки практически до конца, и здесь прям вот какие-то растения растут, у которых прям вообще какой-то необычный запах. Это такси остановка вообще написано. А наверху церковь какая-то, слушайте. Или это что такое, как замок или дворец? Такой домик голубой. Похож на что-то такое из той эпохи. Что это такое, мы так и не поняли, куда мы дошли. Все в лесах. Полезли. Ваня, а ты не догадался меч выложить, да, свой? Выложил. Догадался сбросить. А дальше? А дальше так же. Прохода здесь не оказалось, а вот это мы так поняли, что для детей какая-то база, потому что здесь одни дети без родителей. И вот здесь розовый какой-то такой, смотрите, камень. Вызвали, в общем, мы такси от отеля вот этого лазурный. 440 рублей до нас будет стоить проезд. А здесь, я говорю, опять-таки, какие-то такие симпатичные кафе, бары. Тоже все это над морем. Вот что значит юг. Все это над морем. Красота здесь. Такая идеальная. Виды такие. Тут какие-то причалы. В общем, и парк куда-то тоже туда вверх идет парк. А дети счастливы у нас безумно со своими чупа-чупсами, водичками, мечами. То есть это нужно все закладывать, конечно, тоже в расход, что будешь без конца покупать какую-то такую ерундистику. Машину туда проехала? Ну там какая-то... Нет, эти там, может, на стоянку едут. Но дорога там есть. Но мы не рискнули идти туда, да. Это они... Но у нас дети правильные. Вот, знаете, вот там, где мамы сумасшедшие, наверное, там дети правильные. То есть, ну, должна быть какая-то компенсация. Все. Наконец-то мы едем домой. Одни отели сплошные кругом. Дома, отели, дома, отели, дома, отели. Пришли в номер, говорю, Ваня, может, уже никуда не пойдем, сейчас уже у нас 7 часов. Улегся, говорит, ну хочет побеситься. Ой, а я счастлива, что вернулись, нагулялись сегодня. Километры, километры пути. Но довольно счастливы. Пришли назад. Вон, считайте, смотрите, сейчас вам покажу. Плохо видно отсюда. Вот, в общем, вот здесь вот, смотрите. Мам, вот, я даже круглый вижу. Вот это вот домик. Домик мы сейчас там были. И вот сейчас приехали наконец-таки к нам сюда. В общем, дорогие друзья,
Слава Богу, что наконец-таки мы дома, довольные, счастливые. Наконец-таки можно выбросить это вон туда. Немножко сейчас передохнем, сейчас прям погода вообще остановилась, мама, на улице опять тепло. Мама, смотри, я думаю, что мне здесь на руке мешает, а это мы бросли в огонь. В общем, всем огромное спасибо, что вы были с нами, что вы путешествуете с нами. Как всегда, всем здоровья, добра, позитива, и обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока-пока.